Всех рад поприветствовать. В работе у меня автомобиль GX460. Буду делать ТОшку. И попутно вылезла одна интересная проблема со стеклоподъемником. Здесь были у нас небольшие морозы. Хотя какие морозы? В принципе, минус 5, например, это еще не шибко большие морозы. И отказало управление стеклоподъемником на водительской двери у владельца. В общем, что произошло? Стекло упало вниз. Сейчас все разбираю, смотрю, в чем проблема. Ну, далеко за проблемой ходить не надо. Видно, что у нас произошло с механизмом стеклоподъемника. Все здесь повреждено достаточно сильно. Крепления, я так понял, отломаны. Крепления к стеклу. И в чем вся суть данного разговора? Обращаюсь, наверное, больше к производителю, к инженерам от компании Toyota Lexus. Где защита от дурака? Почему не сработала система автоматического отключения стеклоподъемника по перегрузке? Почему получилось так, что система просто взяла и сама себя уничтожила? Я считаю, что это не совсем хорошо. Поэтому, если вдруг кто-то из инженеров будет смотреть, берите на заметку и меняйте логику управления стеклоподъемником. Ну а владельцам на заметку, если у вас стекло перестало открываться, где-то что-то подмерзло, не надо теребить кнопку до победного, потому что, как показала практика, система сама себя не отключила, и возможны вот такие вот серьезные повреждения. В общем, сейчас все буду разбирать, смотреть, ну и дальше уже по ситуации ориентироваться, как быть. Скажу честно, это, конечно, жестоко. Такого в практике у меня еще никогда не было, чтобы вот таким образом отламывало уши крепление стекла. Ну, то есть это однозначно какой-то косяк производителя в плане настройки логики работы стеклоподъемников. Такого не должно было быть. То есть представляете, какое нужно усилие, чтобы просто взять это все и отломать. Еще вот так все загнуть. Да, неприятный случай. В общем, что я могу сказать, качество автомобилей маленько падает. И, видимо, другие люди уже, наверное, работают в компании Toyota. И, соответственно, те решения, которые сейчас применяются, это другие решения, которые отличаются от тех, что были раньше. Потому что, ну, реально, вот сколько лет работы, у меня в практике не было ни одного такого случая, чтобы произошла вот такая неприятная ситуация на ровном месте. Ну, реально, это нонсенс. Поэтому, друзья, пишите комментарий, кто что думает на эту тему. Всем желаю здоровья, удачи и благополучия, и чтобы таких поломок у вас не происходило. Всем удачи!